Иду я теперь класть рельсы. Так, убираем вот этот вот блокиратор от воды. Забыл я энергорельсы дома. Просто, сейчас, стоп, стопарь. Вот здесь прореха. Здесь, по-моему, 20 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Как я любил в детстве вот так высчитывать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Просто я так считал, и мне очень нравилось. Так, дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Так, доводим. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Все. И теперь считаем. Смотри, вот это первый пролет. Хочется нажать на Shift, чтобы бежать быстрее или на пробел. Но это не GTA. Так, второй пролет. Третий. Здесь уже должна быть табличка. Уж не здесь. Так, третий. Четвертый. Дождь перестал. Да, четвертый пролет. То есть 26, 29. Там еще один. Надо. Так, здесь я поставил ускоритель. Подрапли тогда. Заберем там энергорельсы, еще выложим материальчик, тот, который собрали. И там буквально еще один пролет и готово. И прекрасно будет. Повернем налево, то бишь на юг. И, в общем, замкнем мы уже с тобой наш железнодорожный квадрат большой. Еще раз говорю, что одна сторона квадрата — это, в общем, 2 минуты пути на вагонетке. Или вот это не квадрат, прямоугольник, потому что путь на восток и на запад, он у меня вот по 30 перегонов, а ребро, соответственно, север-юг, у меня где-то по 20. Так, здесь надо не прозевать момент, выпрыгнуть заранее. Надо здесь тоже будет мне выбить этот тормозной путь, чтобы уже вот тут стена кончалась, и я уже понимал, что надо выпрыгивать из вагонетки. Другого способа. Я думаю, вот, может быть, эти рельсы с датчиком, они как раз именно и означают торможение. Не знаю. Так, здесь все не повредил. Да хрен с тобой. Подожди. Вот сюда, значит, убираем. Убираем. Хорошо. Убираем эти семена. Убираем розовый куст. А синяя орхидея. Да-да-да, орхидея. Какое название. Так, песок убираем. Кирки, в общем, у нас на месте. Что осталось сделать? А что, золотые слитки я же вроде уже варил. А где у меня рельсы энергетические? Вы что, ребят, совсем? А куда я их заныкал? Вот это номер. Здесь их нет. А где золотая? Вот золотая руда, 18 штук. Я же их сделал. Что за нафиг? А их нет нигде. Я что, их оставил в верстаке, что ли? Нет. Ёк-махарёк. Тут их нету, да? Я их не вижу тут. Ну, видимо, блин, оставил их тогда, значит. 6 слитков, что ли, я профукал. Рельсы с датчиком. Забыл в верстаке. Блин, собака. 6 штук варим. Забыл в верстаке, блин. Давай даже 12. Ё-моё. Так, 31 палка у меня на месте есть. Ты так, значит, что еще понадобится? Понадобится еще взять редстоун. Где у меня тут редстоун? Видимо, я их забыл, собака такая в этом верстаке. Ой, это очень плохо, потому что я вот вообще вывел, что если ты забываешь в верстаке, то это все. Пиши пропало. Так, сбрасываем лишний инвентарь. Так, булыжник — это не сюда. Гранит. Земелька.
Но булыжник это вот здесь, вот в соседний сундук. Хопа. Там по порядку так складывается. Так, золото мы тогда пока складываем сюда. Но у меня еще есть и в других местах золото. Ну что, пока сходим, полюбуемся на вид. Вон, уже 6 штук готово. 7 штук уже готово. Ну давай сходим, полюбуемся. Темно опять. Мне надо что-то в настройках делать, потому что большая часть времени в игре просто темно. Ну давай, давай, поднимайся. Вон, видал? Вид, а? Как тебе? Охренеть. Красота. Главное, случайно я вот так вот сделал, что вот именно вот такую прекрасную долину. Вон там, видишь, везде, где светится, там везде уже я наследил. Вот крестиком вожу, видишь, мост, который я сделал. Вот маяк мой. Я вот думаю, вот так вот так вот так начать делать. А ну-ка, подожди-ка. Я вдохновился. Меня посетило вдохновение, ребятки. А ну-ка, сейчас сбросим рельсы нахрен. И чуть-чуть позанимаемся мостом. Рельсы сюда. Тихо-тихо-тихо. Зажимаем. Тик-тик-тик-тик. Таблички, рельсы. Редстоуны. Свет. Лишние. Кирки, палки. Вот это все алмазное убираем. Свет оставляем, вагонетку убираем, ступени убираем, но зато наполняем все это булыжником. Шикарно. Теперь, пока мы все равно возимся, золото убираем сюда, а вот железную руду кладем сюда. Все. Отлично.